Мороженое, приготовленное всего из двух ингредиентов, это настоящее спасение для летнего дня. А если дополнить его своими любимыми сладостями, получается просто невероятный десерт. Попробуйте. Если вы без ума от мороженого, вам обязательно нужно узнать, как приготовить домашнее мороженое с Киткаты Орео, невероятно вкусную сладкую холодную массу, которая очень похожа на классический пломбир. Приготовить такое мороженое в домашних условиях очень просто, так как вам понадобится всего два основных ингредиента. По желанию вы можете измельчить печенье и вафли не до состояния мелкой крошки, а так, чтобы остались небольшие целые кусочки сладостей, получится вкусно. Необходимые ингредиенты, досмотревшим ролик до конца. 1. Охладите миску, венчик миксера и сливки для того, чтобы сливки было легче взбить в пену, затем на небольшой скорости взбейте сливки до состояния пены. 2. Затем увеличьте скорость миксера до средней и взбивайте сливки до состояния густой пены, после чего добавьте небольшими порциями сгущенку, не прекращая взбивать массу. 3. Измельчите Орео и Киткат с помощью ножа или блендера, мороженое разделите на две части и в каждую из них добавьте измельченные печенья и вафли. 4. Переложите мороженое в пластиковый контейнер, накройте его крышкой или пищевой пленкой и отправьте в морозилку на 6-1-2 часов. С помощью ложки сформируйте шарики мороженого и подайте его, украсив печеньем. Приятного аппетита! Подписавшись, не пропустите новые вкусняшки. Вкусняшки, подписавшимся. Вот что нам понадобится. Сливки от 30% жирности, 500 мл. Сгущенка, банка 1 штука. Орео, 6-8 штук. Киткат, 4-5 штук. Количество порций, 4-6. Щелчок, клик, нажатие на лайк, это всего лишь секунда в твоей жизни и целый поток хорошего настроения и мотивации трудиться дальше для автора. Удачного дня!